Люберецкая теплосеть прошла проверку на готовность к осенне-зимнему отопительному периоду. Предприятие проинспектировал глава округа Владимир Волков. Подробности смотра коммунальной техники специалистов организации в следующем сюжете. На площадке специальная техника и специалисты аварийных бригад. В каждой по 8 человек. 5 слесарей и 3 сварщика. Работают сутки через трое. На сегодняшний день вот у нас утечек нету. Бригада в режиме ожидания. Но есть запланированные работы, которые на районах выполняют по замене запорной арматуры или что-то, какой-то там наладка или прочее. На осенне-зимний период бригады усилены специалистами, которые летом занимаются капитальным ремонтом сетей. В случае, если аварий несколько, то бригада дробится на 3 звена, и каждая занимается устранением своей протечки или прорыва. Так не бывает, что зима прошла и ни одной аварии нет, но задача предприятия устранить аварию настолько быстро, чтобы ни один из потребителей, будь это житель предприятия, либо социальный объект, этого не заметили. Предприятие работает очень слаженно, все необходимое имеется. Новую технику в этом году не приобретали. Все, что имеется, работает исправно. Автомобили для ликвидации аварий многофункциональны, укомплектованы всем необходимым. На этой технике находится у нас и сварочное оборудование, и газовое оборудование, и электро. Все. Из оборудования приобрели мотопомпы для откачки воды и генераторы, которые работают постоянно и выходят из строя быстрее, чем другая техника. Также Владимир Волков осмотрел котельную, которая находится на территории базы. Она обеспечивает теплом около 100 домов и несколько социальных объектов. В зале работает 7 котлов. Один в этом году был капитально отремонтирован. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.